Привет, ребята. Все-таки решил забрать Nissan Skyline 32. Итак, вот на карте мы видим место, где находится эта тачка. Поехали к ней. Вот оно. Говорит Адам 1.13. Преследуем нарушителя. Еду на восток. Вблизи обсерватории Маршала. Всем машинам. Адам 1.13 преследует нарушителя. Прошу откликнуться все свободные машины. Объект направлялся на восток через Либерти Дезерт.
машин? Хорошо. Классная тачка, но одно единственное, что мне не нравится в ней, это то, что передок от R34. И менять нельзя. Покрутим ее, посмотрим, как она выглядит. Ну, шикарно. Очень красиво выглядит. Конечно же, цвет дисков тут вообще ни к чему. Передок тоже нет этого ская. Ну, пусть будет в коллекции. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. Это с вами был Сива. До скорых встреч. Пока-пока.